Подскажите, пожалуйста, правильно ли я делаю? Выкопала гладиолусы. Я их ранее не сажала. Вот такие луковки с таким корнем. Не знаю. Я что-то так взяла их. Посмотрела. Ой. Оно отломалось. Железо. Вот эти вот обломала. И вот эти не знаю. И тоже вот. Так ли я делаю? Может, не так. В магазине покупала вот такие луковки ведь. Значит, правильно. А вот эти маленькие тоже оставлять, интересно? Или выкидывать? Подскажите, кто знает. Этот не хочет ломаться. Ой, ой, сломался. Ну вот, может, испортила. Буду благодарна вам за подсказку.